Всех приветствую, дорогие друзья, всем хорошего настроения, хорошего дня. Как мы видим, цена вышла из нисходящего клина, и я считаю, что биткоин будут тянуть к 30 тысячам, либо к 32 тысячам. Поэтому на ближайших зонах покупателей необходимо искать, соответственно, покупки и искать лонги. А чуть позже мы будем с вами откупать альту. Всем хорошего дня!